За себя все гении в ответе, от нелюдима до компанейского, есть же головы на свете, одна из них у Гордейского. Сегодня мы читали о России. Видимо, сейчас все думают о ней, о родной. Вот так вот. Ну и тоже вот такая маленькая нарисовка, новые стихи. Эй, Россия, это ты ли? Или мы с ума сошли? Наши бабы закурили, бабы в армию пошли, встали грудью на защиту рубежей страны своей и кричат: враг будет битый и задушен меж грудей. Да ведь баб таких немало, им же в радость честь отдать и родить от генерала. Воевать так воевать, так давайте бюст поставим каждой, где она росла. В феврале их праздник справим 23 числа. Ну а в марте так же просто мужикам попортив кровь и не чокаясь без тоста бабы выпьют за любовь. Земле предлагается новая песня. На Урале мечтают с рождения металлургами знатными стать, танки строить, врагам устрашение и руду на гора поднимать, прославляя великую нацию. Жили все, знали свой идеал, и вот надо же так в авиацию. Из Тагила парнишка попал. Ну неужели 60? Глаза не верят, не хотят. Высоко на задание, он в туман самолеты сажал, даже автопилот его знали, уважал, доверяя штурвал. Сел в Москве, сел на поле столичное, совершил пируэт, летчик ас, а теперь охраняет наличные транскредитных банковских касс. Ну неужели 60? Глаза не верят, не хотят. Да и зачем это считать? Когда мы будем вычитать, жить долго, долго. Строит дом, всех замучил заботой, не жалеет семью и себя. У него за идею работает, на подсобных работах друзья. Приглашал 5 таджиков наряженных, а потом материл белый свет. Хочет нынче копнуть глубже скважину. Надо воду подать в туалет. Да неужели?
слетать и замуж доченьку отдать. Квартира есть, найдется зять, тому козлу порылу дать, тогда ты снова урыла дать. Или Калинкина нанять, он тоже может врыло дать. Новых стихов насочинять, твоим талантом забавлять, но пора нам наливать за Волгу. Штук, штук.
А что нам дальше по сценарию нужно? А еще раз. Новое. Есть. Мы сегодня купили Святской земли. Там были отдельные наши концерты. И там есть фестиваль. Уютный фестиваль. Он называется «Гренландия». И сегодня он самый крупный в России. Он собирает более 100 тысяч участников. Так что приезжайте. Уже груша уже отдыхает. Самара это под Кировом. Это под Кировом, 60 километров. Да. Под Кировом. Обалденное место. Берег реки Бытрица. Она такая, ну, такая, ну... Хорошая речка, хорошая. Не глубоко. Мы сейчас уже по-вятски разговариваем, нормально. Да. Ага. Там только биться хорошо, она так все, мы так уже начали говорить. Там. Мы там были полмесяца, и то уже так да, говорим. Уже это самое. Нормально. Премьера песни. Текст очень свежий, я могу забыть, извиняюсь. Бывает. Но она очень свежая. Парень вот 3 дня назад написана. Ну, хочется спеть. Тем более она, думаю, и вот по нашему духу сегодняшнему, по нашим эмоциям, по нашим гостям, думаю, она подойдет. Серебрится быстрица река, Вятский плетет водовороты, все спешит, течет за облака, за судьбы крутые повороты, берега поклоны отдаю, верные родные и свои. Весточки крылатые от грива, Гренландия, это Гренландия, живет страна Гренландия. Берегов место есть романтиков, поэтов, огоньками песенных костров, теплыми июлями согрето, огоньки играют в ворожа, освещают путь на мелководье, и мотыльками в заводе кружат. Через год сюда вернуться снова.
на подворье вязкое взглянул. Утро фестивальное блица, из разбега путь быстрецу вернул. А точнее лечь и вновь родиться. Гриндия, это грёб.